Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 мая. Страдания святых мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана и других с ними пострадавших. И святые Христовы мученики происходили из Италии. Из них Алфий, Филадельф и Киприан были сыновьями италийского князя. И их наставил в христианской вере и крестил некий Анисим. В то время из Рима было прислано в их страну повеление разыскивать христиан. И когда обнаружилось, что они христиане, то их вместе с Анисимом, Еразмом и другими 14 христианами отправили в Рим к императору Литинию. Литиний, как утверждают баландисты, не был тогда еще императором, а освоил только, состоял в должности правителя области, управлял же империей Декии. По повелению последнего Анисиму положили на грудь огромный камень, отчего он и скончался. Еразму же и другим 14 святым мученикам отсекли мечом головы. А Алфий, Филадельф и Киприан были отправлены в Селестию и там умерщвлены за веру во Христа. Святые мученики скончались в 251 году. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.